Да, мне говорили о вас. Здравствуйте. Простите, сколько вам лет? 20. А ей, между прочим, больше 300. Слушайте, кто вас надоумило заняться этой проклятой задачей? Черт попутал. Да, это похоже. Знаете, я бы и сам за решение этой загадки заложил ему душу. Но поскольку, как известно, черта на свете нет, то вот именно. Вижу слово. Да, и вам. И вам, и вам спокойной ночи. Вы ко мне? Я к вашим услугам. А я вас вроде не звал. Звали? Да, когда же? Только что. Для решения какой-то загадки. Это что, новая серия математики шутит? Нет, я не математик. Я не шучу. Ну, хорошо. Примем как рабочую гипотезу, что вы мне просто снитесь. Как вам будет угодно? Между прочим, некоторые научные открытия совершались именно во сне. Не знаю, я в них не участвовал. Ну да. Ну да. Если можно, давайте ближе к делу. Разумеется. Значит, если я вас правильно понял, вы хотите заключить со мной контракт? Вот именно. Прошу вас. Итак, ваши условия? Я задам вам только один вопрос. Вы должны ответить на него за 24 часа. Если это вам не удастся, вы платите мне 100 тысяч. Ну, скажем, долларов. Доллар нынче подешевел. Ну, видите, это скромная плата. Особенно по вашему масштабу. Если вы проиграете, вы не будете мне мстить. А какова же ваша ставка? Если я проиграю, я на короткий срок становлюсь вашим рабом. Только без этих там мук гибели души и прочих ваших штучек. Вот это было бы многовато за такой пустяк, как 100 тысяч долларов. Не желаю я также вреда родственникам и друзьям. Впрочем, здесь могут быть исключения. Ну, это понятно. Очень жаль. Но я занимаюсь только душами. Рабов мне и так хватает. Если бы вы знали, сколько бесплатных услуг оказали мне люди. Впрочем, вот что мы сделаем. Если в положенное время я не отвечу на ваш вопрос, то вы получите не жалкие 100 тысяч долларов, а любую, ну, конечно, не слишком дикую сумму. Кроме того, я гарантирую вам здоровье и счастье до конца вашей жизни. Но если я отвечу на ваш вопрос, ну что ж, последствия вам известны. Вот все, что я могу вам предложить. Включите в пункт о здоровье и счастье мою жену. И по рукам. Что касается вашего вопроса, то на него должен быть ответ, иначе наш договор недействителен. То есть? В средние века люди любили задавать мне забавные загадки. Вот, например, в деревне жил только один цирюльник. Он брил всех, кто не брился сам. Кто брил цирюльника? Не трудитесь, словечко всех делает этот вопрос бессмысленным, и ответа на него нет.
Да, это Рассел отмечал. Но мой вопрос честный и не содержит парадокс. Ну, отлично, я отвечу на него. А что вы улыбаетесь? Наконец вспомнил, на кого похож. У вас крепкие нервы. Вот если б я предстал перед вами в образе чудовища... Ну зачем? Это не надо. Да-да же. Подписывайте. Кровью? Зачем? Чернилами. Выкладывайте ваш вопрос. Как только я на него отвечу, мы отправимся. Мой вопрос такой. Верна или не верна великая теорема Ферма? Великая что? Чья? Великая теорема Ферма. Не слыхали? Кстати, кто он этот? Ферма. Пьер Ферма, великий французский математик. Родился в 1608 году, умер в 1665. Служил в городе Тулузе в качестве советника парламента. Значит, был юристом? Да. А вы сказали математик? А математикой занимался на досуге. Хобби. Именно. И стал, между прочим, одним из величайших математиков мира. Математика. Вы думаете, у меня было время заниматься такими штуками? Ну, скажите, этично ли задавать мне такой вопрос? А тут все очень просто. Теорема Ферма утверждает, что уравнение вида х в степени n плюс y в степени n равно z в степени n не имеет решения в положительных целых числах, если n больше двух. А что это значит? Видите ли, каждый легко найдет два таких целых числа, сумма квадратов которых равна квадрату третьего числа. Ну, например, 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Минуточка. Я запишу. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Прелестно. Но это пишется так. 3 во второй степени, то есть 3 умноженное на 3. Плюс 4 во второй степени, то есть 4 умноженное на 4. Дает 5 во второй степени, то есть 5 умноженное на 5. Поскольку 9 плюс 16 равно 25. Понятно? Ну и что? А то, что есть много чисел, квадраты которых в сумме дают квадрат. Но никто еще не нашел таких целых чисел, сумма кубов которых давала бы куб целого числа. Не говоря уже о более высоких степенях. Значит, плохо искали. Да нет. Очевидно, таких чисел вообще нет. Так о чем мы с вами толкуем? О великой теореме Ферма. Вот она как раз утверждает, что таких чисел вообще быть не может. Это вам и надо доказать. А этот Ферма, он ее доказал? Да. 300 лет назад на полях одной книги Ферма сделал такую запись. Мне удалось найти поистине удивительное доказательство этой теоремы. Но поля этой книги слишком малы, чтобы его привести.
Места не хватило. Да он же вас всех разыграл. Старик на досуге шутил, а вам 300 лет на работе не спится. Вы зря веселитесь. Он был серьезный и строгий ученый. А если он просто ошибся? Ферма? Нет. Впрочем, именно это вы и должны проверить. За 24 часа найдите однозначный ответ и докажите, что он правильный. В конце концов, с вашим развитием и огромным опытом можно за это время немножко подучить математику. Мне случалось делать вещи потруднее, дорогой профессор. Однажды я слетал на отдаленную звезду и привез оттуда литр нейтрония ровно за 16 часов. Знаю. Знаю, вы мастер на такие фокусы. Какие там фокусы? Были гигантские технические трудности. Ну, не будем ворошить прошлое. Я сейчас в библиотеку. А завтра в это же время? Нет, мы подписали договор 20 минут назад. Значит, возвращайтесь через 23 часа 40 минут. Впрочем, я вас не тороплю. Если хотите, выпейте вина. И, может, познакомитесь с моей женой. На работе я никогда не пью. И мне некогда знакомиться с вашей женой. Во всяком случае, теперь. До свидания, профессор. Надеюсь, ты не подслушивала у дверей. А было что-нибудь интересное? Кто здесь был? Так, один мой ученик. Талантлив? О, да. По-моему, от него пахнет серой. Возможно, у него скверный табак. Ты еще будешь работать? Да, пожалуй. Подиктуешь? Да. На чем же мы остановились? Во всей истории математической мысли вряд ли найдется другая задача, которая на протяжении столетий привлекала бы к себе столь пристальное внимание, как великая теорема Ферма. Угу. В 1908 году диссидентское ученое общество за решение этой задачи учредило премию в 100 тысяч марок. Впрочем, свою валютную ценность эта премия давно утеряла. Жаль. Что? Жаль, говорю. А что, у тебя есть решение? У меня есть муж. А. Формулировка этой задачи кажется столь простой, что когда объявление о премии попало в газеты, люди самых разных специальностей, врачи, инженеры, священники, дамы, стали слать диссидент свои доказательства. Однако загадка, которую гений Ферма оставил грядущим поколениям, осталась нерешенной. Будет ли она когда-нибудь решена? Стоит ли она усилий, которые на нее тратились? Вспомним, что Эрнст Куммер, только пытаясь доказать теорему Ферма, заложил основы теории алгебраических чисел, одного из самых прекрасных созданий математической мысли. Размышляя о теореме Ферма, мы неизбежно оказываемся в кругу самых существенных закономерностей, которые только знает таинственный и неизменный мир чисел. Уходят люди. Умирают звезды, меняется лик Вселенной, а законы и свойства этого мира остаются в вечности. И может быть, этот мир слишком совершенен, чтобы мы могли познать его до конца.
Сварю кофе. Уже? Нет, но я уже изучил основы алгебры и геометрии. Быстро работаете. Я уверен, что сферическая, аналитическая, алгебраическая геометрия не составит для вас затруднений. Их так много? Ну, это еще не все. Есть еще неевклидовые и римановые геометрии. А знаете, они вам понравятся. Там не нужно разбираться в чертежах. Я прошел все эти геометрии и, пожалуй, готов заняться вашей маленькой головоломкой. Вы слишком спешите. Вы, вероятно, не заметили таких фундаментальных методов, как анализ бесконечно малых, дифференциальные уравнения, уравнения в конечных разностях. И все это надо? Не могу сказать с уверенностью. Но люди, решая эту маленькую головоломку, испробовали почти все разделы математики, а задача до сих пор не решена. Послушайте, а зачем вам это? Ну что, вы счастливее от этого станете? Ну, хотите, я вас миллионером сделаю? Нет. Всемирно известно? Нет. А власти хотите? Хотите власти? Нет. Так какого же черта вам надо? Вы знаете, решение теоремы Ферма. Ну ладно, профессор. Вы выиграли, профессор. Я не смог решить эту задачу. Желаю здоровья, профессор. Простите, я тут оставил. Эта штука захватывает. Если бы я мог дозвать одну маленькую лемму. Вы ведь тоже занимались этой проблемой. Профессор, а вы не пробовали непрерывные дроби? Мне кажется, что Ферма непременно пользовался ими. Добрый вечер. Вот смотрите. Я помешала? Нет. Да. Это моя жена. Знакомься, пожалуйста. Привет. Дальше. Вот сюда. Вот как это.